сколько я проживу, когда я умру. Вот такой вот вопрос. Я думаю, что понятие Бога – это абстрактное. Каждый человек, ну, верит, представляет его по-разному. Это трудный вопрос, и я не могу это сказать. Я не верю в Бога, я верю в судьбу и в карму. Я даже не знаю. Я атеист. Что вообще происходит? Господи, я дуже хочу тебе запитати, чому в нашому світі стільки воїн? Чому люди стали такі жорстокі, такі злі? І чому вони не можуть бути покарані? Чому кожного дня відбувається стільки зла? Господи, допоможи мені помиритися з моїм другом Льошею. Любий Боже, дякую тобі за те, що ти робиш для мене, для моєї сім'ї. Я дуже тобі вдячна за все. В мене до тебе є декілька запитань. Чи не міг би ти мені розповісти, чому зараз так багато війн в різних країнах, та що ми можемо зробити з цим? Дорогой Бог, я би попросила у тебе, щоб наша сім'я була здоровою і щасливою. Господи, помоги мені знайти людей, реальных друзей, которые будут меня поддерживать. Господи, пошли мне такого человека, который будет со мной до конца моей жизни. Идти только вперед. Боже, пожалуйста, сделай, чтобы в мире не было зла. Что случается после смерти? Что с тобой происходит? Куда ты уходишь или куда ты приходишь? Бог, спасибо за все, что ты мне даешь, но у меня есть еще одна к тебе просьба. Сделай так, чтобы мы никогда не чувствовали, что такое боль, что такое утраты, чтобы наших близким никогда не было больно. Дорогой Бог, пожалуйста, продли жизнь моей бабушке. Она мне, для меня очень важна, и я хочу провести больше с ней времени. Мы когда-то с моим папой, с которым я 8 лет не виделась, чтобы мы с ним встретились. Чтобы было меньше дождей и больше солнечных дней. Чтобы все было хорошо и никогда не было таких сильных проблем. Чтобы все было мирно, чтобы все со всеми дружили и никого не подводили. Здравствуй, Бог. Хотела обратиться к тебе, чтобы ты помог содержать мою семью в хороших условиях, чтобы им был хороший иммунитет, было здоровье. Финансы, чтобы мы жили все в добре и мире.